Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Кировчанам напомнили об уплате имущественных налогов за прошлый год. Сделать это необходимо до 1 декабря 2017 всем жителям области, имеющим в собственности объекты недвижимости, земельные участки или транспортные средства. Управление налоговой службы уже начало рассылку соответствующих уведомлений. Пользователь личного кабинета физического лица на сайте ведомства получит напоминание в электронном виде. Все остальные граждане через Почту России не позднее 1 ноября этого года, уточняется на сайте горадминистрации. Дайджест недвижимости. В регионе составят список недостроенных объектов, представляющих опасность для людей. Мониторинг недостроев начали активисты Общероссийского народного фронта, говорится в сообщении организации. По закону, после приостановки строительства или его заморозки объект необходимо консервировать. Это поможет предотвратить проникновение на стройку посторонних людей. Практика показывает, что эта норма соблюдается не всегда, что приводит к несчастным случаям. УНФ приводит несколько примеров опасных недостроев. В Котельниче с 5-го этажа заброшенного объекта недавно упала 15-летняя девочка. В Кирове активисты обнаружили недострои рядом с жилыми домами в микрорайоне Европейские улочки. Вокруг здания нет забора, на втором этаже имеются балконы без ограждений. Объект представляет опасность прежде всего для детей и подростков. Активисты обещают подключить к работе по консервации таких объектов местные власти. Они могут либо обязать застройщика огородить территорию, либо, если здание возведено с нарушениями, снести его. Сообщить о недостроях можно по телефону 25 18 24. Дайджест недвижимости. Эксперты назвали города России самыми дешевыми квадратными метрами в новостройках. Первым с хвоста рейтинга из 50 крупных городов стал Магнитогорск, где квадрат на первичном рынке стоит в среднем 28 700 рублей. В антилидерах списка также Брянск и Саратов – 31 000 и 31 400 рублей соответственно, сообщает портал Домофонд. Городом с самой дорогой стоимостью квадратного метра уже традиционно стала Москва. Квадрат в столице стоит в среднем 226 тысяч рублей. На второй строчке рейтинга расположился Петербург – 105 тысяч за метр, на третьем – курортный Сочи – 82,5 тысячи рублей. В числе городов с высокой средней ценой на новостройки также Севастополь и Хабаровск, а из ближайших к нам соседей – Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Уфа. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.